Первый саратовский фестиваль граффити набирает популярность. Напомню, мероприятие, организованное по инициативе главы Саратова Олега Грищенко, проходило в сентябре и вызвало большой интерес. Как уличные художники преображают стены Саратовской набережной, запечатлели энтузиасты и выложили в сеть смонтированный фильм о фестивале. Видеоролик оценила наша съемочная группа. Привет, меня зовут Миша. Я приехал из Москвы. Рисую, как видите, цирк саратовский, достопримечательность вашу. Уличные художники говорят о себе и своих работах в документальном фильме, который сняли в Саратове. Съемочная группа провела несколько дней, фиксируя преображение городской набережной. На каменный холст длиной в 400 метров художники-граффитчики наносили тематические картины. Очень большой размер. Такой первый раз я такую большую стенку делаю. И нравится мне река, я вообще люблю берега, реки, вот мосты. Хотел бы побывать еще, если будет таковой. Первый саратовский фестиваль граффити «Волжская волна» стартовал в сентябре. Уличным художникам городские власти предоставили стены Саратовской набережной и возможность выбрать тематику своей работы. В течение двух недель стены украсили портреты Олега Янковского, Василия Клочкова и Юрия Гагарина. Просто мне захотелось показать Гагарина с другой стороны, как обычного парня, прохожего по этой набережной. Вот. Ну, с другой стороны, героя. Саратовский цирк, стелу «Журавли», горпарк и еще десятки достопримечательностей запечатлели на городской набережной. На фестиваль съехались уличные художники со всех регионов страны. Для первого раза, уверены участники, это отличный уровень подготовки. Видно то, что организаторы старались создать все условия для художников. И одновременно, то есть видно то, что это не просто какое-то показательное мероприятие, а действительно обдуманное и такой заинтересованный, скажем так, вид преображения города. И это на самом деле не может не радовать. Стена набережной теперь стала еще одной городской достопримечательностью. Не исключено, что в следующем году фестиваль продолжится и на набережной появятся новые работы уличных художников. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.